На рынке в Манасе прошла проверка продаваемой продукции. Специалисты Россельхознадзора выявили ряд нарушений. Только по продаже мясной продукции из 90 торговых точек документы, удостоверяющие безопасность продукции, имели всего 6 предпринимателей. В отношении недобросовестных бизнесменов будут составлены протоколы об административном нарушении. Нам обычно живой скот возят, значит, в республике Калмыкия, значит, Ростовской области, Ставропольского края. Здесь оптовый рынок. Мы смотрим, выявляем нарушения при составлении административных документов. Нам материалы отправляют в эти республики, в Калмыкию, в Ростовскую область, и там на месте их наказывают. Часто встречаемые нарушения – отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов. Этот документ удостоверяет безопасность продукции и происхождение. Кроме того, представители Россельхознадзора подробно рассказали предпринимателям о преимуществах информационной системы «Меркурий», которая позволяет упрощенно и абсолютно бесплатно получить необходимые для торговли документы.